Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, и давно мы уже не играли в Clash Royale, да вообще сейчас начнем опять пилить видосики про игры, и сегодня у нас Clash Royale. У меня уже 3050 рейтинг, ну почти 49, и сегодня мы разберем, короче, войны кланов. То есть смотрите, здесь я в клане, кстати, прикольный клан, Уганда, здесь мы, кстати, поможем, вот эти мне не дам, я не дам. Так, новый карты запросим, короче, вот эту карту. У меня это новая карта, которая вышла недавно, кстати, прикольная карта. Так, давайте война, все война, здесь колода войны, то есть у нас выбилось вот эти колоды, они выбиваются в принципе по простым простым испытаниям перед войной. Вот смотрите, гоблинского давайте возьмем обязательно, вот это раз есть. На смотреть, что я улучшал это старых карт, например. О, смотрите, 2.2 здесь чуть-чуть может взять. Легендарку. Может, еще, кстати, инфа. А, улучшить. Но у меня ее не улучшит. Ну ладно, легендарка одна есть, пускай будет. Так, теперь будем смотреть, какие у нас остались. Обязательно вот это использовать. Блин, можно было и седьмой этот, но седьмые стрелы, но не будем. Так, улучшим тогда, давайте улучшим вот гиганта. А, у нас нету денег. Блин, деньги всего и полтинник не хватает. Давайте тогда сделаем бой. Сегодня идет пока золотая лихорадка. То есть я покажу вам, что происходит, когда золотая лихорадка. Так, и у меня карты. Я, кстати, карты поменял. То есть колода немного другая. Но я чисто пользуюсь, чисто пытаюсь что-то сделать. Вот так вот. Не знаю, выиграем, нет уже что-то. У меня сомнения. Сомнения прочь. Так, ага, видите, он использовал, то есть мы сейчас пробьем хотя бы даже. Он даже использовал, кого использовал? Yes, мы покоцали нормально. Теперь нужно опять сделать повторное. Блин. Жалко, ну ладно, у нас походу этот быстрый конь нас зафигарит. Блинский. Давай, пофигу. Бам. Почти, почти. Окей, у меня осталось 50 здоровья, это, в принципе, ничего не значит. Точнее, значит то, что уже вышка потеряна. Но даже кинет простые стрелы, уже вышка покоцается так, что ее не будет. Теперь давайте попробуем новую карту вытащить. У меня всего 8 левел, потому что мне еще не столько набрали. Она обычная, кстати, она хоть и новая, но считается обычной. Два стрелка сзади, да, спереди. Танк. Там он сделал старый. У меня, кстати, легендарный Спарки уже второй уровень. Поэтому вот так вот берем. Все берем. То есть мы подталкиваем его. Блин. Что, сучка? Блин. Жалко. Ну ладно. Опа-на. Он уже две протащил, ну ладно. Нам нужно немножко всего лишь пробить сразу. Давайте попробуем. Он, если у него сейчас не будет, блин, этого чувака. Блин, я так и знал, что он сейчас будет. Жалко. Жалко, жалко, жалко. Так. Да, давай, давай, давай. Так, мы сделаем вот это. Блинский, 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 блинский. Так, сучка. Давай-ка, давай-ка, давай-ка. Угу. И... Вот, 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 все, прорыву не будет сейчас. Пускай даже это не прорыву не, но... Пускай тогда два будет прорывуни. Ты ох. Вах, 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 вах. Блин. Вот. Давай, давай, до последней. Е! Все, мы выиграли. Красавцы, да? Красавцы вообще. Сделали, сделали мы его. На три. На три короны. Так, как раз вот открываем еще. Косарек мы забрали. И теперь должны улучшить... эту карту давайте. Мне не жалко. Улучшим карту. Войны, да, карты. Что у нас? У нас.
чем там хотели-то улучшить? Так, не здесь, а вот это вот улучшить. Потому что он, в принципе, нормальный. Так-то. Танчик вообще клевенький. Хоть для обычного, а вот для редкого, то есть это вообще идеальная тема. Поэтому использовать. Так, и давайте возьмем. Ну, этих, наверное, тоже улучшим. Давайте. Верхнем миньончике. Все один раз, что-то не понял. Можно еще раз, наверное, улучшить. Вот, 1000. Все-таки для команды пожертвуем деньгами. Оу, но уровень, 9-й уровень я получил уже. У нас даже башни побольше стали. Вообще хорошо подфартило использовать. Теперь нам еще две карты надо выбрать. Какие у меня две карты, в принципе, более-менее. Ну, два танка вообще не варик. Два танка. А что у нас еще? У нас больше ничего по сути нету. Такого вот можно еще вот использовать его. Кстати, давайте вот ты используем две. Блин, так-то стрёмно вообще, по сути. Ну давайте используем тогда вот этого. Блин, два танчера? Это вообще не вариант. Нет, давайте танчера не будем использовать. Ладно, окей, давайте. И финальный бой. В бой. Жалко, то есть мы не можем. У другого у меня денег нет на улучшение. Там все по одному уровню. Я уж столько денег не найду. А, у нас еще и этот. Летучий этот голландец. Летучий голландец. Давай, адская гончая. Попробуем. А, сучка. То есть он такой хлоп. На три давай, давай. Вот. Полинский. Давай-ка. О! Да ладно, убили. Смотри, как клево вышел, да? Давай, давай. Вам. Красава вообще. Нормально, в принципе. Еще кинем этих. Да. Один мы точно убили. Одних. Так, сможет ли... Не, ну как бы... Одну пробили. О, у меня сейчас еще... Замочили. Замочили вышку у них. И опять попробуем, наверное, гончими добить. Добить. Кончи, опять этот... Пам-па-пам-па-пам-па-пам. Медленно. Так, вот этим. Ну ладно, пускай. Так, давай-ка. Бам. Кинем, кстати, сюда. Так, давай. Не знаю, это идеальный бой или нет, но, блин, клево получилось. Все, мы победили. Финальный бой сделали для кланов, короче, в одну победу. И это, по сути, нормас. Нормас. Потом в течение победы таблица. Ну, мы последнее место. Видно, я один постарался. Но у нас 11 побед. А, 5 побед, мы последнее место. Все, финальный бой прошел. Как бы все. Больше ничего нет. Вот такая у меня колода. Ну, в принципе, можно вот поменять 8-уровневого чувака на мою любимую БАМ использовать. Давайте пока поменяем его, пока мы не добьем до 10-го. И еще пройдем золотую лихорадку, которую я как бы не хотел пройти. Ну, хотя бы еще один спарки. Кстати, второй уже уровень. У меня две спарки вышло. Один с кланового сундука, когда в конце ты первое место занимаешь. Мы уже занимали первое место. И нам выпадал... Мне легендарка. Выпадал, точнее. Вот и спарки. Понемножку он, конечно, не вовремя. Все не вовремя, все неладное. Так, а мы тогда кинем сюда. Вот, чтобы не до спарки дошел.
Давай, давай. Пам. Блин, блински. Все очень плохо. Ну, 9-й левел, почему только эти. Летучие змеи только 9-й левелом. Так, пам. Хорошая тема эти гоблины, потому что они, если последний левел, они хорошо прям дамажат, очень хорошо. Так, и мы сделаем так. Блин. Оу. Оу, шец. Так, значит, получается, кинем ведьму. Она все-таки сможет продамажить нормально этого чувака. Если он сейчас кинет любую единицу, мы кидаем влево. Ага. Кидаем влево наш шарик. И в помощь, блин. Сучка. Давай, давай, давай. Эх, не дошел. Ну ладно, осталось всего лишь. У меня 1100. Это такое же здоровье практически у него. Спарки, ну давай. Нам будет дамажить по правому, да, сектору. По правому сектору. Блин, зря, конечно. Блин, зря, блин, зря, вообще зря. Окей, пофигу. А мы по левому пойдем. Сейчас у него уже нету его дальников, которые дальники. Офигеть, только если. Ага. Только если. Так и знал. Давай-ка. Опа-на, двое. Промахнулись. Так, и давайте спарки. Спарки. Вот, давай, 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 давай. Блинский. Блин, 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 блинский. Эх, ну все. Ладно, чуть-чуть не успел, проиграл. Ну ладно, 3372, окей. Ничего страшного. Также бой 2 на 2, я не знаю. Такая же тема. Давайте бой 2 на 2 еще сыграем. В принципе, за сегодня. Уже практически все открыли. Осталось чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Прям на донышке. Давай, у него такие карты, окей. Все нормально. Сейчас попробуем. Окей, давай прям сразу поможем. Это сразу подталкивает, видишь? Что? Он использовал дальника? Он дебил? Блин, кстати, что-то все неладное случилось. Угу, тогда кинем эту шлюху, чтобы она, опа-на. Ух ты. Ну, мы уже тоже продамажили. В принципе, одинаково продамажили, что у него, что у меня. Скелетов, сейчас модный скелет ставить на 3000. О, нет. Спарки. Блин, спарки вообще не варик. Жалко, жалко. Он сейчас замочит моего. Блинский. Это очень сложно все. Ё-моё, ё-моё. Давай, 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 давай. Все очень плохо. Здесь раздолбали. Окей, долетит, нет, долетит, сучка. Эту фигню поставил. Тоже отвлекает внимание. Так, окей. Блинский.
Парки, блин, ну все, короче, капец. Мы сдулись. С двух сторон, блин, убили. Че-то не повезло мне тоже. Так, сюда. Так, зонт. Давай-ка. Ну, здесь хотя бы с одной стороны мы убили. Давай, с одной стороны мы убили, сучка. Не, ну, просрали, конечно, просрали на изичах. Практически на изичах. Ну, что-то нам не перло, окей. Оставим это все на потом. Все проигрыши, один выигрыш всего, да, два проигрыша. Ну, как-то все равно, прям на волоске. Ну ладно, ребят, в принципе, на все. Я вам показал клан битву, битву кланов. Точнее, как вам сказать, в любом случае было прикольно. На этом все. С вами был Шевиля. До новых встреч. Пока.